В Астане состоялся вечер музыкальных шедевров. Произведения двух великих композиторов эпохи немецкого романтизма начала 19 века Рихарда Вагнера и Феликса Мендельсона на сцене Центрального концертного зала «Казахстан» исполнил симфонический оркестр «Астана-Опера» под управлением заслуженного деятеля Казахстана Алана Бурибаева. Солистом выступил молодой перспективный скрипач Жандос Мухамеди. Для него это дебют на сцене Центрального концертного зала «Казахстан». Несмотря на свой молодой возраст, он ведет активную гастрольную деятельность не только на родине, но и за рубежом.